За что вы любите женщин, скажите? За красоту, за ум, за все хорошее, за женское. За все. За что за все? Красивые, добрые, что, умные. За то, что они есть? Женщин за красивые глаза, улыбку. За доброту. Как вы считаете, что нужно дарить женщинам на 8 марта? Что хочет. По желанию, у каждого свои запросы, у женщин. Нравятся там телефоны, там всякие смартфоны. Ну, что хочет, короче. Кольца, украшения, чтобы все красивее было. Любовь, понимание, цветы. Главное, внимание уж, там подарок и все. Милые дамы, поздравили вас с этим весенним праздником. Чтобы у вас все, были все мечты ваши, чтобы все ваши парни были там самые лучшие, все были принцы, на белых конях там с белыми машинами, там мерседесами. Всего самого-самого хорошего, короче. Ну, чтобы живы, здоровы были, удачи семейной жизни. Всем женщинам здоровья, любви, благополучия в семье, чтобы все любили их. Да, будьте счастливым, красивым, все, любимы. Все самые великие открытия, совершающие мужчины, а также самые глупые свои поступки во имя женщин. И я желаю, чтобы самые глупые поступки мужчин были самыми желанными и лучшими для женщин.